Нахрена ли мы тут делаем? Мы разгребаем бардак. А женщины и дети? Они инструменты. Они были заложниками. Когда снимаешь перчатки, можно руки кровью запачкать, Кайл. Всегда так было. А черту-то мы где проводим, сэр? Где тебе нужно, там и проводишь, сержант. Кто-то ведь должен заставить врага бояться темноты. Мы пачкаем руки, а мир остается чистым. Такая идея. А если у тебя есть сомнения, я все и сам могу сделать. Нет, сэр. Нет сомнений. Отлично. Теперь найдем Хадира, пока он не убил Маркова.